У вас такая книга есть дома? Блин, нету. Вот такой нету. Вот такой нету. Мы пришли сюда, чтобы людям вознести радостную весть, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, и зовет всех к покаянию, чтобы раскаялись в прежних грехах и впредь этого не делали. Речь идет не о временной жизни, а о вечности. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. А что делать с тем, что, допустим, я не допустим, а так и есть, что я не верю в Бога? Ну, не верю, по неверию и будет. Написано, неверующий Царствие Божие не увидит. Но будет дьявол мучиться в огне, в вечном мучении. Потому что неверующий представляет Бога лживым. За этим много сказано. Они верят почему? Утонул в грехах. Ответ один. 13-й псалом. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет, отец, я не видел его никогда в жизни. Все правильно, правильно. Не верю. Вы сами себя не видите, что вы делаете, как живете, что язык не ворочается. И сказать нельзя, сейчас матерки полетят. Сами себя-то не знаете. А Бога знать, а надо читать книгу, жить по-евангельски. Не пить, не курить, ни наркотиками не дурить. С вами о божественном, о спасении души. На мордик снимите, чтобы открыто говорить. Я вам покажу, что мы не сами выдумываем, а это нам говорит Господь Бог из своего послания, что грядет суд Божий на делающие злые дела. Ни один прелюбодей, ни одна блудница в Царствие Божие не войдет. А Иисус умер, воскрес и зовет к покаянию. Покайся и начни новую жизнь. Я читала Библию, спасибо. Так, намордник скиньте с себя. А вы намордник где-то увидели? Это вы не хотите, да? Неужели это вам непонятно, что я пришел с великим богатством, о наших ресурсах сказать, как это вам получить спасение? А вот замотались, спасибо. И чтобы не узнали. Спасибо, я прекрасно все сама знаю. Я вам дело говорю. Свидетельствовать, это сказать, что он родился от Девы Марии, у вас написано Марьям. У нас был Иисус, вы говорите Иса. Конечно. А вы Евангелие читали? Когда-то читал, когда даже в церковную школу ходил. Ну, вы читали, тогда скажете. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Он будет гореть в аду. Поэтому тут шуток никаких нету. Да, никто не говорит про шутки. А вы здесь что делаете? Я делаю то, что должен делать врач среди больных. Прийти с лекарством. Главное лекарство – это радостная вещь, что Иисус умер за нас, воскрес и даром дает спасение. Только склонись и скажи, Господи, прости меня ради страданий Твоих голгофских, ради пролитой крови Твоей. Вот для чего мы тут находимся. Всего вам хорошего, да поможет вам Бог. Вы, если хотите больше узнать, я вам дам два слова, вы найдете ключ к нашим ресурсам, которым равно нет в интернете. Запишите. Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин. Можете на меня скинуть, чтобы я посмотрел, правильно написали, нет? Игнатий Лапкин. Так, совершенно правильно. А вот если в Ютубе вы зарядите канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, попробуйте. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Каналу этому нет равных. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да, я нашел. У нас 17 800 роликов. Ого. Просмотров, просмотров 43 миллиона. Это мой канал. Подпишусь на вас. Мы говорим о спасении. Вы увидите, как мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Вы увидите такое, где ничего... А? В какой стране вы? Алтайский край, город Барнаул. А деревня 150 километров в сторону Кулунды. Прикольно. Если у вас будут вопросы, а они могут быть, я гляжу, вы одеты и трезвы, то Игнатий Лапкин в скайпе, если зайдете... Я сразу все дам, какой у нас сайт, форум, Mail.ru.
Skype. Окей, спасибо вам большое. Храни вас Господь. С Богом. Как звать-то? Александр. Александр. Это защитник людей. Он самый. Это вот так. Ну, храни вас Господь. Тихо, 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 не беснуйся, слушай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа я... Так, не ругаться только, ни одного слова не говорить плохого. Не богохульствуй, сука. А чему учишь? Да как вы не хотите послушать, я говорю, чтобы не сквернословили. Хорошо, не будем рассказывать, братишка. Хорошо. Я вам, вы внезапно уходите, я дам вам сигнал. У меня очень большой ресурс. Это YouTube, форум, сайт. Два слова запишите, как ключ. Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин. Все, записал. Игнатий, раскачай это что-нибудь из Библии. Игнатий там, Лапкин, да? Теперь запишите канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. Сейчас откройте его. Такого канала нет. У вас сколько подписчиков? Подписчиков 43 тысячи и 43 миллиона просмотров. А сколько денег приносит? Нисколько. Я нигде не беру денег. У меня все бесплатно. А YouTube же как-то платит тебе? Может быть, администрация что-то там как-то, не знаю. У меня нету ничего. Мне вот подарили, вот единственное, что у меня есть. Слышишь, да, раскачай да что-нибудь из Библии, не убирай. Ну, смотрите как. Мы пришли сюда с радостной вестью сказать, что за нас умер Христос Спаситель и воскрес. И какой бы ты ни был грешник, убийца, блудница, склонись на колени и скажи: «Господи, прости меня ради страданий твоих». И Христос прощает, дает новую жизнь, но на старое не возвращайся. Мы мусульмане. Ну и что мусульмане, разве это не люди? Люди. Люди. Никогда. Вот вы Библию не знаете, но эту книгу вы видали? Она же на русском. Считай. Ну, на арабском. На арабском. Что написано в пятой суре, 171-м аяте? Что написано? Там написано, что ваш основатель это пишет, что люди, люди Писания, это мы названы христиане, в скобках, люди Писания, и у них есть Инжил, Инжил это Евангелие. Это не я пишу, это в вашей книге написано. И это Бог дал им эту книгу. Я по этой книге с вами разговариваю. Я вашу книгу не трогаю. Я просто знаю, где я и занимался. Я нашел много сходного. Но и расхождений много. 5216 расхождений. А сход сколько? Повторите. Сколько? Как тебя звали, скажи, да... Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, напишите там, если это YouTube, во свете Библии. А вы за Коран что-нибудь пишете? У меня том написан о Коране. Том, один том написан. У меня вышло 30... Я сейчас ему отвечу, подождите. У меня вышло из печати моих книг 38 томов. Каждая книга 752 страницы. И одна книга, посвященная Корану. Я сравниваю написанное с Библией. Вот так вот. Этот Игнатий, ты что это все записываешь, да, на видео? Все у нас записывается, где бы мы ни были. Потому что нам скрывать нечего, мы открыты. Я говорю, я Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. Я что буду скрывать-то? Нет, а вот этот чат-рулетку ты записываешь? Всегда записываю. У меня от чат-рулетки записано 700 роликов. Убери этот... Подожди. Ты не голый, не матерился. Тебе приятно будет посмотреть, какие серьезные юноши встречаются. Вам не надо себя скрывать. Лучше не закидывать. Повторите. Не закидывать. Не закидывать. Да вас не видно. Вас и не видно. Не надо это. Это мои ресурсы. Я утром молился, и Бог ответил. Я говорю, пошли мне добрых людей, не пьяных, не раздетых. И вот они, вы встретились. Это Бог послал вас. Все понял.
Вам удачи. И всего вам хорошего. Храни вас Господь. Мы когда ездили, книги я раздавал, да, в Баку, мы ночевали в доме Муллы. У нас очень хорошие отношения с мусульманами. Потом пошли в мечеть молиться. Все понял. До свидания, с Богом. До свидания. Что такое? Подожди маленько. Нога затекла. Так, мы пришли сюда как врачи, к больным. Чтобы знали Слово Божие, что Иисус Христос умер за грехи людей и зовет к покаянию. Когда он был на земле, пришла в дом одна блудница, ну, с чужими мужьями она. И она волосы распустила, плакала, слезами и волосами отирала ноги. Господь говорит, прощаются тебе многие грехи, иди и впредь не греши. Господь спасает человека. Дедуль, тебе сколько лет-то? Мне 81 год, матушка. И что ж ты тут забыл в этом блядстве? Ну ладно, послушай внимательно, не ругайся только. Я ничего здесь не забыл. Меня Господь послал, чтобы люди здесь не погибали, а искали Бога. Я здесь, я уже 4 месяца здесь нахожусь, и сколько их людей нашли. Тут примерно 90% мусульмане. Но разговаривая с ними, я им не Библию показываю, а их священную книгу для них. Они, вот они кучей соберутся, я говорю, ты зачем здесь? Я говорю, а вы зачем здесь? Ну вот, познакомиться, чем познакомиться-то? Я расскажу, для чего вы здесь. А для чего? А для того, что дома тебе разрешается 4 жены иметь, но за каждую большой колым платить надо, там, может быть, по 3 верблюда. А здесь даром 44 голые, и вы, южные жеребцы, на наших северных кобылах пашете здесь. Это точно, дедуль. А они хохочут. И они хохочи, потому что это блудники в огне гореть будут с сатаной вместе. Это точно. Так, я могу вам дать ключ, если вы пожелаете встретиться, то у меня большие ресурсы. Два слова запишите себе. Два слова запишите, вы меня найдете сразу. А если сейчас расстанемся, не найдете. Иисуса Христа. Кто он такой? Кто он такой? Да. А вот я сейчас с мусульманами только говорил. Он да, кто такой? Это написано в нашей книге? Нет. О чем они говорят? Он наш спаситель. Своими словами. А это второе лицо Троицы. Бога-человек, который умер за грехи людей. И зовет к покаянию. К покаянию кого? Грешников. Пришел, говорит, ради грешников. Пришел? Стоп. Это получается, он пришел, его убили люди, и теперь он еще вот там зовет к покаянию. Здорово. Вы хорошо, еще... ладно, у меня вопрос такой будет. Значит, Бог, он отвечает за все, на все Божья воля, да? Ну-ка, не отвечает за наши грехи, он умер за нас. Абсолютно, на все Божья воля. Ну что за все? За все отвечает. Ну, на все Божья воля или нет? Ну вы понимаете, вы выражаетесь некорректно, и поэтому отвечать нельзя на этот вопрос. За все отвечать. Люди отвечают за свои поступки сами, а не Бог. Окей, хорошо. То есть нет божественной предопределенности. Ну вы слышали, что Иисус умер за грехи людей и зовет к покаянию. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3:36. Замечательно. Хорошо. Вопрос. А согласно Библии, сколько человечеству лет? Сколько что? Сколько человечеству лет согласно Библии? Человечеству 7527. Отлично. А как же люди, которым уже, простите, больше миллиона лет? Оставьте бредни пьяным старухам. Златоуст говорит так. Ни одной нигде не найдено пещеры. Нигде не люди были бы оставили больше 7500 лет. Нигде нету. Академик Верхов доказал это. А то, что австралопитеки, пятиконтропы, а других зверей на 2,5 метра кость от кости лежали. Это все выдумка оказалась. Ах, вот оно как. Да. То есть вы абсолютно отрицаете науку.
Нет. Вот, допустим, говорят, Чарльз Дарвин. Дарвин никогда не говорил, что человек – это обезьяна. Вообще этого нету. Он был старостой церковным до самой смерти. Он сказал только видоизменяемость бабочки. То, что она в смоге в английской там столице находится, и место белое она сделалась пятнышками серыми. Больше ничего не доказал. Здорово. Здорово, здорово. То есть процесс эволюции вы также отрицаете? А нету эволюции, ее нету, вообще нету, нету. Все в застывшей форме, раз и навсегда в совершенстве изданное. Угу. Потому что... Вопрос. Тогда вопрос следующий. Окей, изгнал, значит, Бог Адама и Еву за то, что Ева на айфон покусилась. Но? Ну, на яблочко. Окей, а дальше... Какие дети были у Адама и Евы? Ну, первые два было. Это Каин и Авель. Понятно. Каин убил Авеля. А дальше родился Сив. Дальше. Ну, все, дальше вся родословная, дальше дается до Христа. Ах, вот оно как. Значит, дальше мужики друг друга. Никак мужиков не было. Там сестры. Сестры вообще в счет не идут, не богохульствуй. А, вот, Иисус, когда накормил 7 тысяч. Слушайте, 7 тысяч. Вы слушайте внимательно. Иисус накормил 7 тысяч людей. Иисус накормил 7 тысяч людей, запятая. Не считая женщин и детей. Женщина в счет не входит. И написано, Авраам родил Исаака, Исаак Якова. Хотя мы знаем, рожает женщина. Родословная по женской линии не идет у евреев. Якова, точно. Вот, мужчина родил. Здрасте. Браво. Ну вы подождите. Если вы не знаете, что у евреев родословная не бывает по женской линии. Замечательно. Хорошо. Ладно. Хрен бы с этим. Так, вы думаете, как спастись? Скажите, а как Бог мог себе позволить убить все? Знаете, что я вам отвечаю? Все, кроме каждой твари. Я сейчас отвечаю, смотрите. Всех утопил. Я отвечаю вам. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. Мерзость пред Господом, когда мужчина одевает женскую одежду, а женщина мужскую. А вы полностью себе волосы приделываете, губы накрашиваете. Это все богомерзко перед Богом. Да, все верно, богомерзко перед Богом. Так что не надо дурить. Богомерзко перед Богом. Так, все пока. Богомерзко перед Богом. Это осуждать.